пора домой. Спать захотела? Нет. Ну, хотя бы для приличия. Что? Олег смотрит. Спокойной ночи. С добрым утром. Ну, договорились, ты уходишь первой, я потом уходи, Маринка. Ну, Мария. Вот ты дождешься. Я маме скажу. Который час? Пятый. Ой! Ты что, опять стихи, что ли, сочинял? Полоумный. А ты бабник. Ты знаешь, я тоже люблю двоих. Верку Третьякову и Фирку Конторович. А ты любишь одну? Одну. Нормально. Ну, я вот что решил. Напишу записку. Кому? Одну из них. Правда, я еще не решил, которую из них написать. Это же самое главное, ты понимаешь? Но я решу сразу категорично и никаких. Ты что, не спал-то? Я стихи сочинял в уме. Сочинил? Не до конца. Сегодня за окном туман, открою дверь. И растаю, домов верблюжий караван, куда-то в дымке уплывает. Дороги шум и улиц гам, как будто тонут в хлопьях ваты. А я плыву по облакам, и невесомый, и крылатый. Куда ж ты плывешь? Не знаю. Ну ладно, давай спать. Давай. Доброе утро, Клавдия. Здравствуйте. Вы что, рано, Леночка? В центр поеду на Дмитровку. Сказали, сегодня чешские серванты будут, займу очередь. Я дам вам покушать. Да? Хорошо. Что-нибудь на основе урока, пожалуйста, Клавдия Васильевна. Спасибо. У нас там, кажется, ветчина осталась. А может быть, повременить, Леночка? Клавдия Васильевна, такие серванты бывают раз в году. А квартиру мы получим самое позднее к августу. Дом, наконец, достраивают. Конечно, этим вещам здесь не место, могут попортить. Мальчики ж очень неаккуратно. Готовился в книгах. Конечно. Нет седьмого тома Джека Лондона, Клавдия Васильевна. Мы же просили не брать.
Это подписное здание. Могут попортить, потерять. Брали бы что-нибудь на современных, не жалко. Это я взяла, Леночка. Вы не беспокойтесь, я не испачкаю. Хорошо, побегу. Здравствуй. Что, опять в мебельный помчалась? Скоро на голову будут ставить. Вдохнуть нечем. Не твое дело. Здравствуй, Клавдия Васильевна. Здравствуй, Гена. Там молоко принесли. А, сейчас. Здравствуй. Закрой дверь. Танюша, поищи там чай, Иван Никитич. Совсем из Геннадия в Москве с толку взялись. Круговорот. Столица мира. И угораздило же брата на этот раз супругой на курорт укатить. Хорошо, что ключи у вас оставили. Вот теперь и мыкаемся. Но ничего, скоро уж обратно в свою Вологодскую покатим. А то оставайтесь с нами пить чай, Иван Никитич. То есть, вообще-то, мы не откажемся, конечно. Геннадий! Что? В гости приглашают. Не, я не хочу. Хозяев не обижай. Молодой Шермец, робкий. Садитесь, садитесь. Сейчас все будет готово. Ты чего кочевряжешься-то? Дай мне 3 рубля, где-нибудь поем. Откуда у меня деньги, все вытряс? Врешь. Да тебе ж балде вчера на последний аккордеон купил. Ну так еще есть. Заварочку опять просил, придумал бы чего поновей. Каждый день у них пробавляемся. Не обеднеют. Они тут в Москве деньги-то лопатами гребут. Мы же гребут, да не эти. Да, эти тоже. Здравствуйте, Васильевич. Здравствуйте, Здравствуйте. Федор-то кандидат наук, химик. Татьяна уже стипендию получает. Николай в ремонтных мастерских, хоть и немного все-таки. Ты подсчитай, как они все вместе. Ну ладно, ну чего чужой-то считать? Ладно. Выспишься тут. Тут моя статья есть. Ты совсем писателем стал. Статьи, брошюры, выступления. А что ж плохого, мама? Привет, Акулам. Все-таки это свинство. Олег спит на раскладушке, а открывать стоит как барыня. Да я бы не лег на нее. На ней одному-то страшно. Вот и начался новый день. Люблю выходные. Федор, ты бы купил маме новое платье, а? Оля. Обязательно куплю. Скоро, мама. Олег. Ты знаешь, сейчас деньги просто летят. Олег, я вчера была на родительском собрании. Ну? А тебе далеко не все лестно отзывались. Ну, может быть, мам, на всех не угодишь. Математики, химии, физики, ты плетешься еле-еле. Трудно даются мне просто. Выбирать предметы по вкусу, это у них заведено. Ой. И потом на уроках задаешь много лишних вопросов. Ладно, ну что? Мне интересно, я и спрашиваю. Учиться надо, брат, хорошо. Тебе советская власть все дает. Я тут в твои годы пахал, косил, молотил, коней пас. Все. Ну, ты об этом здесь 3-й раз говоришь. А и в 10-й скажу. Спасибо большое. Больно умные вы стали, ученые. Только ум-то вас не в ту сторону лезет. Вопросы они там всякие задают. Знаем, что это за вопросы. Рассуждать много стали, рот разевать. Плесните еще, Клавдия Васильевна. Хорош московский. Пожалуйста. Я вас своему дуботолу тоже твердил. Учись, учись, института добивайся, да где там?
Лень-то ему все кости поела. Вот теперь и ишачить на маслобойном заводе. Чем мне ишачить? Работа и все. А ты захлопни пасть, не выскакивай. Вы зачем на него кричите? А тому мой сын. Хочу с кашей съем. Хочу, верчу, хочу, поворачиваю. Что хочу, то и делаю. Так, а вот ты. Отец твой геройский погиб. Саблю и мину имеет. А ты под его геройским портретом спишь, да лень нагуливаешь. Нет отца. Вот и некому за вами следить. А мать? Они все матери одинаковы. Им бы только лизать своих телят да нежить. Моя вот дура тоже Генку лизала, лизала, если б не я так и... Тут разговор-то обо мне идет, а не о других. Вот вы и придерживайтесь этой тематики. А ты не выскакивай, стручок. Слушай старших. Я ведь с тобой попросту говорю, без этих там пигли-мигли. Не нравится мне наше молодое поколение, Клавдия Васильевна? Прямо говорю, непростое растет с выбертом. Колбаску попробуйте, Иван Никитович. Покушаю. У нас в районе тоже на них любуюсь. Присылают специалистов. Петухи. И тронуть нельзя, чуть что, прямо сразу в область скачут. А это вот люблю я его, люблю. Хоть и дураком растет, а люблю. Вчера на последний аккордеон купил. Пусть по улицам ходит, девок приманивает, все-таки уважение будет иметь. Слушай, Геннадий, ты бы принес инструментик, показал бы, а? Танечка, тебе налить еще чаю? Не хочу, мам, спасибо. Ну, пойду поработаю. Надо еще одну статью к понедельнику написать, обещал. А почем же за писанин-то платят, Федор Васильевич? По-разному. Не любим мы говорить, сколько деньжат зарабатываем. Ох, не любим. Ну, сыграй что-нибудь к чайку-то. По слуху шельмец играет, без нот. Бетховен. Ты посерьезней давай, погуще. Чё ты с утра-то? Попроще подбери. Хорошо играешь. Я и не думала. Во, одна уже клюнула. Эх, робок он у меня до девок, Клавдия Васильевна. Ох, робок, я-то в его годы, мать честная. Они от меня в рассыпную. Я за ними одну, значит, хватаю, другую. Да, нет у них силы, Клавдия Васильевна, нету. В мозги вся ушла. Женить я его нынче хочу, вот и разоряюсь. На последний аккордеон купил. Без аккордеона-то ему не подмануть. Нет, нет. Нет у него этого зову. Ну, а с инструментом-то сообщай, авось. Олег, ты бы взял тетради и позанимался. Успеем. Не собирайся жениться, что ты причитаешь? Опять рот разеваешь. Буду я тебя спрашивать, ты уж молчи, Стоеросовый. Олег. Я сказал, успеем. А ты слушайся, мать стручок. Пожалуйста, я вас очень прошу, не учите меня. Что? И Олег, не называйте меня стручком. Олег. Ну, а как же прикажете-то? За корючки? Да ты не обижайся, я с тобой попросту. А я не хочу вашего попросту, у меня имя есть. Олег. Мы уж успели оскорбить тут всех. Я? Да, не самое страшное, не замечаете этого даже. Ну и поросенка вы вырастили, Клавдия Васильевна. Не смейте так разговаривать! Олег, перестаньте! Вы даже Саша. Собственного сына не уважаете! Зачем же вы его тогда здесь-то? И при нас, при всех, и при Таньке! Танька нравится ему! Да. Олег! И вы знаете, кто вы? Вы Олег! Да.
хамское это называется воспитание, Клавдия Васильевна. Благодарю за чаек, за закуску. Какие глупости болтаешь. Зря ты по нему из своей пушки выпалил. Ты меня прости, пожалуйста. За что? Так этот же. Отец тебе. Отец. Не могу я, когда людей оскорбляют. Чего, привыкнешь. Ты знаешь, что мне кажется? Что он тебя бьет? Конечно, бьет. Сильно? По-всякому, он и мать бьет. Мать? Ну что, тебя не лупит, что ли? Да ты что? Да ну, врешь, пойди. Ну, честное слово, что ты? Если бы мою мать кто ударил, я бы, наверное, убил бы на месте. Или сам бы умер от разрыва сердца. Какой же у тебя, брат, сердчишка хрупкая, такое иметь нельзя. Ты бы ему сдачи, что ли? Он же сильнее. Пробовал? Давно. Как ты его терпишь? Ну чего, терпишь, терпишь. Он на мне кожу дубит, а дубленой кожи из носа нет. Крепче будет. Ты что, шутишь, что ли? Тебе этого не понять. Пойду рыбам воду переменю. Перестань глаза-то таращить. Вот, мелюзга твоей рыбы, чего ты их держишь? Так просто. От нечего делать, так бросовые занятия. Да я знаю. Только, понимаешь, я могу на них часами глядеть. Малахольный ты. Иногда тайгу вижу, Антарктиду. Тихий океан, иногда Марс даже. Вот сейчас я рыбку поймаю. О, видал? Последнее. Ты что, лазишь по карманам? Ну, у вас во Вресте нельзя, мне это разрешается. У него щит это. Наверняка. Узнает? Не докажет, скажу, сам где-нибудь вытряс. Генка бить будет. А, жалко, что ли. Ты пошел? Прогулялся по Москве, полюбовался. Чё тут липнешь-то? Да я все видел. А, ну да, все. Обидел ты меня, стручок. Обидел. Крут я, это верно. Большую жизнь прожил. Многое всего было. Ну? Мир. Барахло. Цаца интеллигентная. Не лазил? Куда? Куда? Ты смотри. А чё смотри? Сам сказал вытряс. А ну покажи. На!
Чего ты? Ночью к одной. Казенные, сотни три осталось. Так их нельзя. Государственные, святыня. Блюди, понял? Ну, понимаю. Жировку за июнь получите, пожалуйста. Таисия Николаевна? Да. Можно вас на минуточку? Пожалуйста. Таисия Николаевна, достаньте какого-нибудь материалишка. Английского там или бельгийского, жену порадовать хочется. А мне какую-нибудь рубашенцию по заковыристи. Ну, откуда же? Комиссионный оплачу, я не жадный. Что ты? Ничего. Марин, ну скажи, я же вижу. Марин, что с тобой? Мама. Ну? На прошлой неделе телевизор купила. Я знаю, ты говорила. Мне два отреза на платье, шубу. Вчера дорогой ковер перенесла. Ну и что? Какие-то свертки домой приносят, потом уносят. Раньше никогда этого не было. И женщины к ней приходить стали нарядные, такие жирные. Улыбаются и шепчутся. Да что ты? Вот и сейчас по делам пошла. Марина! Иду! Только смотри, никому ни слова. Конечно. Федор! Я позанимаюсь за этим столом. Только не испачкай. А ты прямо скажи, можно или нет? Можно. Да. За таким столом и мысли в голову должны приходить, благородные. Федор, а у тебя для этого стола останутся мысли? Меня утешает мысль, в августе мы будем на разных квартирах. Проходите сюда, девочки. Здравствуйте. 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 Олег! К тебе пришли. Кто? Ну, иди, иди, узнаешь сам. Что пришли? Олег, Олег. Мы по делу. Ого, барышня. Девчонки из нашего класса обыкновенные. Ну, познакомь с девочками, Олег. Ну, мам. Ну, вот это вот с косой это Вера, а с глазами Вера. Олег, мы к тебе как к члену редколлегии. Ну? Угости девочек конфетами. Мам. Надь, ешьте. Мы не хотим. Спасибо. Ну, видите, нам тут мешают. Пойдемте во двор. Нет, нет, Олег, я сейчас на кухне, у меня там дела. Ну, теперь все ушли. Наваливайтесь. Во как. Что у вас? Слушай, мы узнали, завтра день рождения Анны Сергеевны. Физички? Да, ей исполняется 70 лет. Отмахала, старушка. Нужно срочно в стенгазету вклеить стихи, напиши. Ей ни за что. Она мне недавно только тройку вкатила. За дело же? Ты же ничего не знал. Все равно мне было неприятно. Олежка, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Могу. Готово. Физичке 70-ков лет, износу ей, как видно, нет. Ну, вообще-то, конечно, браво. У нее уже глаза слезятся, иногда голос дрожит, заметили? По вечерам ее кто-то приходит встречать из школы.
Я не видала. Детей у нее нет, потому что она все время в школе и с нами. У нее два сына же. И 80 лет она получит звание Герой социалистического труда. А сколько настоящих людей она сделала из таких вот дур, как вы? Ну, конечно, из таких дураков, как я. А мы уйдем из школы, никогда об этом не вспомним. Имена забудем, даже лица забудем. Ты ненормальный, Олег. Ладно. Я напишу стихи. Только не выдумывай, пожалуйста, ничего. Это не ваше дело. Ешьте конфеты. Ешьте, 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 ешьте. Так. Ребята! Ночью за окном метель. Видали? Так зачем же вы ко мне сюда пришли? Мы же сказали. Че, только за этим? Зачем же еще? Не знаю, не знаю. До свидания, до свидания, подведи. Постойте, девочки, девочки, садитесь, садитесь, садитесь. Сядьте, отдохните. Значит так. Что это у вас такое? Ну, это у нас атомная установка. Идем, Вера. Подождите, девочки, подождите. А что это у вас за книжки? Библиотеки были. Можно смотреть? Гончаров. Обрыв. А у вас? Записки партизана. Все читано. Хотите, покажу фокус? Какой фокус? Хороший. Повернитесь к стенке и не оборачивайтесь, пока я до трех не сосчитаю. Поняли? И не жульничать. Раз. Два. Два с половиной. Два с половиной. Два с половиной. Два с четвертью. Олег. Олег. Убежал. По-моему, он сумасшедший немного. Да что ты, просто веселый. В классе у нас его все любят. Звазил всегда любит. Олег! Олег! А он тебе нравится? Как тебе сказать? Легкомыслен. Однобок увлечен литературой. Излишне весел, упрям. Если все это привести в норму, из него получился обыкновенный человек, как все. А как ты считаешь, Олег красивый? Как мужчина? Да. Лично для меня внешность не играет никакой роли. В мужчине главный ум. Фира, а он мне нравится. В каком смысле? Как товарищ. То-то. А что? Чего? А где же Олег? Убежал куда-то. На улицу? Надо спрятаться. Вот глупый. Ена! Олег к вам не заходил? Нет. А где он? Не знаю. Коля! Что? Олег там не пробегал? Нет. А может, он в окно выпрыгнул? Может, и дверь проскочил. А куда он делся? Хотел фокус показать и убежал. А, вот вам и фокус. Залез куда-нибудь. Олег! 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 Зеркало, зеркало! Зеркало, Коля! Что с тобой, Олег? Что ты, рыбак? Ну. Чуть не задохнулся в этом гробу. До свидания! До свидания! Так невозможно, Олег. Как пятилетний. Ну, братцы, чувствую.
чувствую, что уже задыхаюсь просто. Они сороки тараторят и тараторят. Здоровья. Что тут у тебя? Ага. А вы мировые проблемы у него решаете, а? Ну-ну, решайте, решайте. Тётр. Здорово. Интересно. Чё это он принёс, а? Да вино, наверное, и закуску. А танки, наверное, и духи? Наверное. Она что, душить и любит? Любит. Ну ладно, я пойду физикой займусь, а то как бы не завалиться нынче. А я аккордеоном. Ген! Чего? Ну, хочешь, я тебе покажу, как я рыб кормлю? Да ну, так чё? Интересно. Да чего смотреть? Ну, посмотри. Да нет, я... Ну, интересно же, правда. Ну, ладно. Ну, идем. Идем. О, налетели же боглоты. А Татьяна где? Я не знаю, она занимается. Че же он ее к себе не зовет? Ну, откуда я знаю, Генка? Он, наверное, с Федором разговаривает. Не спешит. Но все равно пойдет, на духи-то клюнет. Ну, это уж ты со зла, такие гадости ты говоришь. Ладно, все они хороши. И вообще не смей сестре так говорить, слышишь? Ну, если буду, что сделаешь, ударишь. Уважать перестал, понял? Генка, что я наделал? Что я наделал? Генка, что мне будет, Генка? Что мне будет? Стол такой красивый, такой дорогой. Понаставили, понимаешь? Раньше просторно, свободно было. Ну ладно, Олег, давай занавесим грехи и крыто. Получилось крыто. Ты помалкивай, пусти еще кто. Да кто, она же догадается сразу, кто же мог, кроме меня-то. Кто, если не везучий человек? Ой! Щипряй скорее. Все. Олег, хочешь скажу, что я это сделал? Мне все равно скоро уезжать. Ну да. Она с отца твоего деньги потребует. Ну, не даст. Не на того нарвется. Все равно тебя к нему влетит, Генка. Ну, подумаешь. Нет, Ген, ты не смей. Не смей, не смей. Я ей сам все скажу. Вот правда. Я же ничего не я рыб кормил, ты же видел. Ты когда же человек, она поймет. Федор! Федор! Имущество привезли! Выходи скорее! Давай помогать скорее идем. Наверх, за угол. Немножко вперед. Федя! Федя! Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте. Что там за шум, Танюша? Серваты привезли. Ой, товарищи, что я из-за него вынесла? Публика, Федя, просто ужас. Рвут, толкают, кричат. Ну вот сбой, Зина, так сбой. Осторожнее, Стеночка. Поставили туда? Ой, вот, вот сюда. Вы представляете, сорванка кончается. Вдруг какая-то такая противная рожа. Шляпки. Бат встает впереди меня. Ну, а я, говорит, точит, я здесь стояла. Вы представляете? Ну, я ей показала. Я ее поставила на место. Главное, тут же нашлись какие-то подлецы, которые кричат, стояла. Где стояла? Когда? Тяну ее за руку, она упирается. И такая сильная, уж почти что старуха. Ну ничего. Ой, товарищи, вы знаете, почти что не устала. Да вы красавчик ты мой, прелесть ты моя. Хорош, Леночка, зайка, хорош. Олежек, милый, спасибо. Всем спасибо, товарищ. Всем спасибо. Красавчик мой. Леночка, нельзя ли вот его от окна отодвинуть? Зачем? Ну, потому что к рыбам не подойти. А их же можно на кухне поставить, ну, там не солнечная сторона, там темно.
Да ну, ничего им не будет, да, Леша? Поставь на кухню. Пойду приведу себя в порядок. Вот. Совсем жить я не стала. Она еще собирается купить два книжных шкафа, раздвижной стол и тахту. Представляешь? Зачем это людям надо все? Ну как зачем? Для удобства жизни. Отец, он тоже все в дом тащит. И все же, Генка, в дома-то тащит. Конечно, все возможности нет. Вот будет коммунизм, все тащи, сколько влезет. Тогда, Генка, не будет коммунизма никогда. Это ты сейчас говоришь, потому что тебе ничего не надо. Вот вырастешь, свой дом заведешь, потом... Да не же, Генка, все-таки главное, чтобы человека здесь было побольше и в сердце. Не надо. Ну, ты можешь испортиться, Геночка. Надо прикрыть. Я помогу тебе, Лена. Помоги. Только смотри, не царапай. Ну что? Леночка, я хочу тебе признаться в одном проступке, потом, который... Олежка, потом, потом, потом. Таня, Таня, Леонид пришел, зайди. Не хочу. Татьяна, ты чего тянешь? Ты за него замуж собираешься или нет? Что ты еще выдумал-то? Таня, только не притворяйся. Я же вижу, тебе приятно, что он за тобой ухаживает. По-моему, каждой девушке приятно, когда к ней относятся по-особенному. Танечка, милая, ты не прозевай, не прозевай, голубчик, тебе везет. Тысячи девушек нисколько не хуже, не глупее, не дурнее тебя и бродит в одиночку. Леонид стоящий человек. Ты что, думаешь, кончишь свое педагогическое, останешься в аспирантуре в Москве? Хорошо бы. Ты молодец, что держишься на своей пятерке, держись. А если не выйдет? Ушлют к черту на рога. А если муж в Москве, не имеет права. Таня, планируй жизнь, планируй. Леночка, скажи, это он тебя подослал? Ой, глупышка, какая честная слово. Ну, пойдем к нему. Танечка, пойдем. Ну, ты что, не идешь? Нет, почему же идем? Конечно, чудачка. Пойдем, уже ждем. Леночка, о, Леночка. Что такое, Лешка? Тань, ты иди, иди. Ну, ты... Я хочу тебе признаться в одном проступке, Леночка. Что такое? Знаешь, я кошмар совершил. Говори. Ну, пообещай, пожалуйста, не примешь этого близко к сердцу, не будешь меня ругать очень. Да не тяни, говори. Обещаешь? Ну, обещаю. Честное слово? Ну, хорошо, честное слово, не буду тебя ругать. Ну, вот. Пойдем, 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 пойдем. Я кормил рыб. Не случайно, ну, абсолютно случайно, правда. Пролил чернила на письменный стол твой. Вот здесь. Хулиган! Хулиган, гадина! Федя! Федя! Я же тебе говорил, что я ничем, я кормил рыб, ты же честное слово давала! Леночка, ну, что такое? Я же нечаянно, я кормил рыб, ты мне обещала! Посмотри, это он! Я как каторжна, с такими трудами! Я нечаянно, я кормил рыб, честное да слово! Да чтобы они сдохли, твои рыбы, да к черту их! К черту их! Лена, не стыдно! Ну я же нечаянно! Осторожно! Леночка! 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 Как же я тебе говорю? Леночка! Пусти! Лена! Пусти! Лена! Они живые! Это не дом. Это какое-то бандитское заведение. Кошки их жрут. Так им и надо. Ты моих рыб. Ты из-за этого барахла. Олег! Олег, осторожно! Олег! Олег, стой!
шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Федь, может, за доктором сбегать, да? Нет. Нет. Давай в аптеку схожу. 12, 13. Не надо. Федь, а ты знаешь, в прошлом году у Севастьянов тоже такой же случай был. Вот жена пришла с работы, легла и умерла. А сама фельдшером была, ты знаешь? Вон! Слушай, вон отсюда же, к примеру! Вон! Натворил мальчишка дел. А где сервант? Сарай унесли. Вы знаете, Леня, у нас в последнее время дома как будто черная кошка пробежала. А мне всегда хорошо у вас, Танечка. Вы гость, Леня. Чужой человек, вам не видно. Ленуська, ну успокойся, миленькая. Оставь меня в покое. Ленуська, ну и богу, как будто я во всем виноват. Ленуська, ну, в общем-то, это не такое уж страшное событие. О, тетя. Идиот. Олег не возвращался? Нет, ну ты не волнуйся, я видел, как Геннадий его догнал, они пошли вместе, мам. Хотите, я вам погадаю, а? Как? По руке. Я умею, честное слово. Хотите? Пожалуйста. Чего же ты хочешь? Ничего. Решительно ничего. Ленуська, ну ты же из-за этих проклятых вещей портишь себе здоровье. Странно, что тебя еще это интересует. Я не знаю, как с тобой говорить. Любил бы, знал. Лен, я же люблю тебя. Ой, не смеши, пожалуйста, это было когда-то. Не делай, пожалуйста, драматических жестов. Прям как баба. Вот эта линия идет далеко в сторону от основной. Она отъезд. Маленький городок, деревня. Вы учительница. Кругом хорошо. Тихая речка, лес, поляна, ромашки. Но люди, вот это хуже. А вот эта вот тонкая ломаная линия, она страдание. Ведь там же чуждый вам круг интересов, Танечка. Вы же истоскуетесь по маме и братишкам, по театру, концерту. Вы знаете, что в деревнях до сих пор справляют престольные праздники, а это значит... Ну, вы представляете эту яркую картину, а? А вы бывали в деревне? Только, откровенно говоря, в 10-летнем возрасте. Так вы же ничего не знаете. В последние годы там буквально все на глазах меняется. И к лучшему. Конечно, я согласна с вами, что есть колхозы, где живут еще очень трудно. Но, Леонид Павлович, почему же я должна устраивать только свое счастье? Думать только о себе? Я хочу, чтобы и там, в самом далеком, в самом глухом и в самом отсталом колхозе люди жили хорошо. По-моему, нужно думать о тех, кто живет труднее тебя, иначе зачем же жить? Какая вы красивая, когда горячитесь. Танечка, хождение в народ было в прошлом веке. Сейчас это не популярно. У нас все делается организованно, и поверьте, сделают без вас. Ну куда же мы переедем? Придумай. За мной, пожалуйста, не ходи. Оставь меня в покое. Слышишь? Может быть, ты поужинаешь, Федя? Мама, нельзя ли как-нибудь устроить так, чтобы в доме к Леночке относились приличнее? Разве она жаловалась? Да ничего она не жаловалась, но я сам вижу. Кажется, из уважения ко мне могли это сделать. Я работаю как лошадь, устаю. В конце концов, я люблю ее. Она умная, ласковая, деликатная, хозяйственная. Уж поверьте, я лучше вас всех знаю. Чем? Чем она вам всем не угодила? Хорошо, Федя. Я скажу мальчикам, Татьяне. И сама постараюсь. Да не надо стараться, мама. Нужно сделать просто так, чтобы Леночка чувствовала себя как дома. Ну, разве это трудно? А я не знаю, Федя, как она чувствовала себя дома. Я знаю, что вы посылаете ей родителям 100 рублей в месяц. И все. Мама, я не вникаю в денежные вопросы. У меня от одной работы голова трещит.
В институте только неприятности. Перевозчиков теперь еле кланяется. А ведь он на защите диссертации при всех расцеловал тебя. Я тогда сидела в самом последнем ряду и плакала. Но ничего. Вот засяду за свою заветную, и я еще покажу им себя. Я докажу. Никому и ничего ты уже не докажешь, Федя. Почему это? Потому что все меняется на свете. Что? Все, Федя. Нет, ты договаривай. Так я скажу детям, чтобы они не досаждали Леночке. Я знаю, что ты подразумеваешь. Я переменился? Вы будете ужинать? Нет, ты скажи, я переменился? Да, Федя. В какую же сторону? Ты только не обижайся на меня, Федя. Но ты становишься маленьким мещанином. Вон что. Все-таки, мама, у меня есть кое-какое имя в научном мире. Со мной многие считаются, ценят. Ну и академик со временем может стать простым обывателем. Извини меня, мама, но и ты, кажется, не героиня. Ты хочешь сказать, что я тоже мещанка? Нет, это слишком обидное слово. Но я же не побоялась его сказать тебе. Ты мать. А разве ты знаешь, о чем я думаю? Когда варю вам обед, чищу картошку, мою пол, стираю белье, пришиваю пуговицы. Я думаю о вас. И я хочу, чтобы вы были такими людьми, какой я хотела стать сама. Героями? Во всяком случае, интересными людьми. Помнишь, в 9 классе ты пришел домой пьяным? Я не испугалась, нет. В жизни может быть всякое, особенно с подростком. Но ты пришел еще раз, еще, и все в нетрезвом виде. Вот тогда я ударила во все колокола. Я подняла школу, комсомол. Мы вытащили тебя из той компании. Помню, ночью ты лежал вот на этом диване и тяжело храпел. Страшно сказать тебе, Федя, но я тогда подумала, если он не изменится, пусть лучше умрет. Когда ты будешь отцом, Федя, ты поймешь, какая это была страшная мысль. Любая ваша победа в жизни, пусть самая маленькая, любой ваш красивый поступок, это моя радость. Ваша удача, они целиком ваши, я не присваиваю себе ничего. Я только бываю счастлив. Но ваши неудачи, особенно измена человеческому достоинству, оно просто пугает меня. Хочется кричать от обиды. Как будто я падаю вниз, в грязь. Как будто рушится здание, которое я возводила своими руками в бессонные ночи, когда вы были крохотными. В тревоге, в слезах, в радости. Подожди. Я же люблю Леночку. Ты понимаешь, люблю. Могу я иметь право на это счастье? А счастье ли это, Федя? До сих пор считалось, любовь – это одно из самых высоких и чистых чувств, возвышающих человека. Это неправда, Федя. Я по себе это чувствую. Любовь часто принижает человека, разрушает его жизнь. Я даже не знаю, во имя любви на земле совершено больше высоких поступков или подлых. Федя! Ну, иди. Иди. Что же ты предлагаешь делать? Ты уж совсем взрослый мальчик, Федя. Федор! Ну, иди, иди. Не геройствуй. Федя, ты что, не слышишь? Я с мамой разговаривал.
Интересно, что же она тебе напела? Лена! Я хочу поговорить с тобой. Ой. Что? Ой. Что с тобой? Капли дать? Сердце, подожди. Подожди. Сама пройдет. Просто перенервничала. Тебе наговорила массу грубости. Теперь сама стыд. Прости. Прости, милый мой. Талантливый ты мой. Да уж, наболтала ты всякие глупости. Ты будешь меня слушать? Буду. 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 А ты меня? Да? Идет. Вы здесь будете ужинать? Или на кухне? Все равно, Клавдия Васильевна. Мы скоро выйдем. А где Олег? А что? То есть, как это что? Не, ну зачем он вам? Где Олег, Гена? Ну, вон, ну, за дверью стоит. Заходи, больше никого нет. А не рано? Думаю, нет, перекипел. Ну, поблажки не жди, конечно, не то, что горяча, но улетит. Есть хочется. Что? 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 Мать себе места не находит, вот что. Так это хорошо. Ладно, ты где был? Нигде не был. Мы с Геннадием вокруг дома обошли раз, потом на крыльцо, потом мне Геннадий в своей комнате запер, а сам куда-то ушел. Да я за покупками ездил. Сразу никогда не надо попадаться, дело проверенное. Что здесь было? Леночка чуть не умерла, Федор обещал тебе надрать уши. Еще чего? Пусть попробует только. Где они? У себя. Слушай, а Татьяна где? Занимается. Одна? Нет. С этим. А вообще-то, братцы, конечно, просторней стало. Где стояла кровать, можно там танцевать. Где сервант возвышался. Только гвоздик остался. И рыб нет. Ну что ты ходишь, ключа не оставляешь? Ну, забыл. Забыл. А еще десятилетку окончил. Собираюсь, сейчас едем, я билет купил. Че это вдруг? Наше письмо из дома получили. Под меня там копнули, с места освободили, неугодным стал. Таисия Николаевна не приходила? Я не видел. А сверточек никакой не оставляла? Какой сверточек? Но это не твоего ума дело. Ты знаешь, как ужасно все получилось? Ну еще бы, куда лучше. Да я не об этом. О чем еще? Я положил записку в книгу Веры. Ну? И в ту же самую минуту, понимаешь, почувствовал, что я люблю Фиру. Именно Фиру. Сидел там в комнате у Геннадия, думал. Как я теперь выкручиваться буду, я прям не знаю. Да, а что на обед было? Лапша куриная, мясо, картошка, кисель. Нет, оставили. Ты же с самого утра не ел, да? Откуда же? Там в комнате Геннадия была, правда, копченая колбаса, знаешь, здоровенная такая вот палка. А я не тронул ее. Ну ладно, иди на кухню. А там кто? Мама одна. Мама? Мама. Честно? Ну честно, ну.
Как ты думаешь, чем мне будет? Да я-то откуда знаю? Ну иди, ну. Коля. Ты что делаешь? Я Зойку спать укладываю. Иди-ка сюда. Сейчас. Что случилось? Мама твоя где? Еще не приходила, а что? Да Лапшин от нее сверток какой-то ждет. И зачем она это делает? Знаешь, а мне ведь ничего не говорит об этом. Ни слова. Я теперь даже хорошее платье надевать боюсь. В старых хожу. А ты поговори с ней. Начни первое. Да. Сегодня же. Ты не стал ко мне хуже относиться? Да ты что? Мне теперь все что-то страшное мерещится. Да я тебя еще больше люблю. Геннадий! Геннадий! Ну чего тебе? Ты колбасу сожрал? Какую колбасу? Копченую. Я в глаза ее не видел. Врешь. Честная комсомольская. Побожись. Ей-богу. Все равно врешь. Да сам от меня куда-нибудь спрятал, и меня теперь валит. Если я колбасу не найду, ты мне за нее ответишь. Так и знай. Слушай, Ген, колбасу-то, наверное, Олег съел. Ну? Ну. Олег? Олег! Олег, иди-ка сюда. Че? Ну, колбасу сожрал, эх. Копченая? Ладно, врать, все свои. Ну, то что? Я просто сидел у тебя в комнате и чувствую, пахнет. Я поискал. Она была за чемодан, тебе подальше за шкаф запихнул, чтобы она не пахла. Ладно. Она там. Пойду обрадую родителя. На! Явился? Ну? Что уставился-то, гаденыш? Федя, убери сабли, опять повесили. Это мама? Не смей, это папина. Спрашивать тебя там будут еще. Стихоплет паршивый. А ты-то курица. Избить. Избить. Его надо. Олег! Его надо! Осторожно! Избить Леночка. Его надо! Лена! Олег! Лена! Лена! Ты что? Ты что, меня мама даже пальцем не трогает? Это что? Я тебя покажу, мам! Лена! Я тебя покажу, мам! Избить тебя надо! Избить! Лена! 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 Не подходи! Лена, перестань! Не смей этого делать! Тряпка! Ну, что ты уставился-то в пол? Ну вот, помнишь, это ты мне ножик подарил. Правда, у нас в классе ни у кого такого нет. Не знаю, что только за него не предлагали. Ну, не злись на меня, слышишь, Федор? Не злись. Если я научусь писать хорошие стихи, я их тоже буду продавать за деньги. И все, мадам, все, чтобы было чисто. Конечно, я хотел стихи за деньги не продавать. Потому что это очень нехорошо. Но ведь и Пушкин говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. В общем-то, ему деньги были нужны, вот он и выкручивался. Плачешь? Федор, я не видел! Федор! Федор, я ничего не видел!
Олег, иди-ка сюда. Генка, а ты плачешь, когда тебя отец бьет, а? Еще чего, больно жирно будет. А ты что, взволнован, опять что-нибудь выкинул? Из-за меня тут знаешь. Что? Не могу сказать, погоди. Слышь, тихо. Вот я боюсь, что он ее задушит. Кто? С ума можно сойти. Ну ладно, пойди сюда. Ну ладно. Смотри. Это откуда? Ну, тебе от меня. Спасибо тебе, Генка. Спасибо тебе, приспасибо. Какие, а? Ну, вон, забавляй, сколь нравится. А ты где их купил? Да на Арбате. Генка, а ты их на эти деньги купил, да? Ну, вон, видал, пригодились. Ты меня прости, пожалуйста, но не надо было их покупать. Почему? Потому что я не хочу их брать. Чего? Прости меня, Генка, пожалуйста, только, но я не могу, правда. А ты что же, я тебя от чистого сердца. А ты мне что, в душу плюешь? Да я же понимаю, Генка, что ты от чистого. Я же понимаю, ты от самого чистого. Я же тебя знаю. Но я просто не могу. Правда. Сопляк ты, отец верно говорит. Да. Пигмей несчастный. А ну, бери рыб. А ну, бери рыб. Генка. А ну, бери рыб, говорят. Ну, что же я сделать-то могу? Ведь буду я смотреть-то на них, а мысли у меня будут другие, нехорошие. А я хочу, чтобы у меня мысли были бы хорошие, и у тебя, и вообще! Ну, не знаю, ну, я, конечно, сейчас могу их взять. А как только ты уедешь, то уберу я их. Зачем я тебя буду обманывать? А что я с ними буду делать-то, уху варить? Не знаю. Ну, ладно. Я тебе это все припомню. Генка, ты не подумаешь... Не, не подходи ко мне! Вражина! Олег! Тебе опять пришли! Ты что? Что? Это ты подложил записку в книгу? В какую книгу? Вере, не ври, подпись твоя стоит, хоть бы подписываться постеснялся. А что особенного? Ты слышишь? Ну, знаешь? Я знал, что все по это только и делал, что влюблен. Слушай, языком-то болтай, да думай хоть немножко. Знаю, не маленькая, понятно тебе? А что ты написал-то? Он написал отвратительное стихотворение и сунул его в книгу Вере. Почему отвратительное? Потому, мы его проанализировали, еще обсудим на коллективе. В каком коллективе? На таком вот, всем классом, а может быть и всей школы. Ну, что ты выдумала-то? Да-да. Ну, что ты за чепуху-то написал, скажи. А мы вам можем его прочитать, пожалуйста, на. Может быть, ты прочтешь, Фир. Тебе написано, ты читай. Ну, я не могу. Ну, вообще, почему ты все время молчишь? А тебе тоже надо будет поговорить, где следует. Если ты дала ему повод написать такое стихотворение. Нет, он не написал такого стихотворения. Читай, слышишь? Не смей, Верка, читать. Начинай. Не смей. Ну, слышишь? Что? Что ты, пусти, Олег? Я тебя... Олег, ну что ты, Олег? Дай ну... сюда. Хватит, ну что ты? Стыдно стало, да? Не обращай на него внимания, начинай. Дай сюда. Ух ты! Захотел чего, так мы тебе его и отдали, вещественное доказательство. Писать стихи так легко, как отвечать так струсил. Ладно. Давайте, читайте. Ну? В доме уснули, поет тишина в комнате нашей тесной. Может быть, мне она только слышна, эта счастливая песня. Может быть, я сочиняю ее в этой тиши весенней. Может быть, сердце поет мое полное смутным томлением. Без выражения читай. Нет, это ты мне поешь одна, голосом слышным еле. Ты, от которой я без ума вот уже две недели. Ты, от которой сейчас не сплю на этой диванной коже. Ты, которую я люблю. Любишь ли ты меня тоже? Слыхали? Ай-яй-яй.
Неужели это им все написано? Им, конечно. Просто не верится. Дайте сюда. Действительно. Ты чё ты на них смотришь? Гони их отсюда ко всем чертям. Ну. Вон отсюда! Сейчас же вон! Отдайте листок. Брысь! Ну ладно, пошла ладно. Отсюда! А ты что стоишь? Я к тебе очень хорошо отношусь, Олег. Очень хорошо, и стихи мне твои понравились. Знаешь, как понравились? Ну, Фира велела. Ты-то что ж послушалась? Что ж ты за человек тогда? Она же моя подруга. А ты прихлебательница и рабыня, пошла отсюда. Все, 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 не смей, не смей, не смей реветь. Не смей. Все, я вам не кто-нибудь. Я мужчина, пошла отсюда! Все Фири и Веры глупы без меры! Развратник! Леня, да-да. Можно тебя на минутку? Что тебе надо? Слушай, что вы там делали? Математикой занимаемся. Да, математикой, понимаю. Хитрый. Но у тебя в голове какая-то ерунда. Слушай. Ну, в чем дело? Помоги нам, пожалуйста, с Федором. Пусти нас к себе пожить до осени. Твоюсь в отъезде, до будущего года не вернуться. Что это тебе приспичило? Милый, это же Мещанское болото. Я здесь живу, еле дыша. Федор делается раздражительным, все, что ты думает. Потом все тянут, расходы ужасные. А главное, я боюсь, буквально со дня на день они нас могут поссорить с Федором. Можно? Ну ладно, ладно. Да? Только без прописки. Конечно, она нам ни к чему. Федя, что с тобой? Нет, нет, ничего. Видишь, Леонид не возражает. Леночка, я все думаю, удобно ли это будет перед нашими? Что ты, Федя? Они даже рады будут. Мы же действительно их стеснили, отобрали лучшую комнату. Ну, это верно. Конечно. И тебя угнетает совместное житье. Ты стал грустный, задумчивый. Нет, нет, это не потому, Леночка. А почему? Ну, так просто. Видишь, милый, уедем. Уедем отсюда. Никаких мыслей у тебя не будет. Ну, грустные, конечно, мысли. Федя. Хорошо, я поговорю с мамой. Нет, это трудный разговор, я сама поговорю с мамой, только, хорошо? Только вот что, делайте без всяких скандалов, разговаривайте. Да, 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 пожалуйста, Лена. Да, конечно, но мы им скажем просто и откровенно. Они же очень славные люди. Я уверена, Федя, они просто обрадуются. Чего тебе, Гена? Федор Васильевич, я к вам. Что, Гена? Мне, конечно, неудобно, я понимаю, дайте займы 100 рублей. Стой, сейчас. Лена, мы можем одолжить Гене 100 рублей? Не, я из первой получки вышел, не обманул. Что ты? Я знаю, что ты не обманешь. Ты же сюда уже третий год приезжаешь. Сейчас просто нет денег, осталось в обрез на жизнь. На последний этот несчастный сервант купили. Че, вытрясли? Истратили. Ну, я под залог могу аккордеон оставить, я же не пожалею. Ну, что ты придумываешь? Ну, чудак, действительно нет денег. Леночка, я могу одолжить. Надо? Не, ваш не возьму. Это почему? Ну так, совесть не позволяет. Человек, вы чужой. Лена, ну дай ты ему, пожалуйста. Видимо, человеку очень надо. Да позарез, раз стал бы унижаться. Хорошо, я посмотрю. Ты ему дай, а то еще украдет чего-нибудь. Ну что ты, брось, он не такой. Может быть, чаю попьем все вместе? Я не возражаю, Танечка. На, держи. Спасибо, а вам, значит, вот. Что это? Что ты придумал? Да бери его, бери! Нет, я оставлю, чтобы в мыслях не было, будто Генка подлец, не отдаст. Чудак, ну что ж будет тут стоять? Товарищи, нам нужно кое-что обсудить. Танюша, накрывайся на стол пока. Ты за него замуж собираешься? А тебе что? Так он же старик, ему, наверное, за 30. Ну и что? Он плешь намечается. Подумаешь? Ну, погоди. Ну что? Уезжаю я сегодня. Что скоро-то? Ну, отец мчится дела улаживать. На будущий год приедешь? Не знаю. Счастливо. Погоди, говорю. Ну что? Я вот купил тебе на память, тут духи, вот флакон.
Что ты еще выдумал? Да нет, на память. Я хотел побольше, да деньги на одну вещицу истратил. Ну ничего, пахнут. Спасибо. Ну, погоди, не уходи, ну, пожалуйста. Ну? Тань, вот помнишь, 3 года назад, когда я первый раз вошел сюда к вам, ты вон там у окна цветы поливала, еще в школьной форме тогда была. Вот на этом самом месте я влюбился в тебя без памяти в ту же секунду. И 3-й год я об одной тебе мечтаю. Приезжаю к себе, а на душе у меня, знаешь, так легко, я живу и все радуюсь, потому что ты у меня есть. И 1 год думаю, в Москву приеду, тебя увижу. А к вашему дому подхожу, так ноги сами несут, ведь ко мне отец рядом, бегом бы побежал. И Москва для меня иной смысл приобрела, потому что ты в ней живешь. Ты ведь сама не знаешь, ты чего-то хороша, ты любовь моя, ты украшение моей жизни, я тебя необыкновенно люблю, я дрянь. Ядрян, я это сам знаю, только я вся потроха из себя вытащу и в речке проплачу. Вот уеду сегодня, и никогда я сюда больше не вернусь. Я твердо решил, слово себе дал, потому все и говорю. Я не могу этих тебе слов не сказать, я ими давно и мучаюсь. Вот говорю, а еще сильнее люблю, еще горячее. Откуда ты такая взялась? Ты же чудо какое-то. Ну, уходи, я тебе бесконечно эти слова-то могу говорить. Ну, уходи. Ну, тебе говорю, слышишь? Здесь стояла моя детская кровать. Слава богу, ты уже вырос. Танечка, просто не налюбуюсь на вас. Как у вас в руках все кипит. Леонид Павлович. Да. Наклоните, пожалуйста, голову. Зачем? Ну, пожалуйста, на 1 секунду. Кланяюсь вам. Действительно. Что? Так? Не понимаю. Леня! Иду, иду. Прощения просим. Мне бы Клавдию Васильевну на 1 мгновение ока. Она на кухне. Ага. Клавдия Васильевна. Таисию-то, говорят, сцапали. Верно ли это, Клавдия Васильевна? Откуда вы это слышали? Ну, в доме-то гудят. По ошибке, может быть? Да. Невинных-то людей зря хватать не будут. Иван Никитич. Мама сегодня домой, наверное, не придет, она задержится. А вы, я слышала, уезжаете. Она говорила, что должна вам, так я отдам. Я вышлю. Вы дайте свой адрес. Ничего она мне не должна. Что ты выдумываешь? И вообще, у меня с ней никаких отношений не было. Вы знаете, меня не путайте здесь. Собираться пора. Марин, ты не обращай на него внимания, а? Марин. Коль, ты сейчас не ходи со мной. Почему? Ну, я хочу побыть одна, я с Зойкой посижу. Ты умница, Марина. Садитесь все к столу. Хорошо, Таня. Мама, надо и Лапшиных позвать, они сейчас уезжают. Позови, Таня. Иван Никитич! Гена, идите пить чай. Прижились мы у вас, прям как дома. Садись, садись, Геннадий. Уважим. Хорошо у вас, дружно. Душа отдыхает. Домой-то приедешь, начнешь вертеться. Что это у меня все в голове перепуталось? Не пойму, чего люди хотят. Отец, я вот у тебя из кармана 1000 вытянул. На, возьми обратно. То есть как это вытянул? Ты что, мельче-то соображаешь?
Ну, из кармана ты утром пиджак оставил, я залез, на. Эки ты балбес, Генка, вытянул. Ты понимаешь, что про тебя люди могут подумать? Одолжил у отца? Ну, подумаешь, дело какое. Дарю, бери, бери. Сам ведь зарабатывает. Только я, значит, у него в общий котел, значит, на семью требую. Не хватило на карманные расходы, вот он и... Возьми, не надо мне. Да что ты? Дарю. Бери, говорю. Я их у Федора Васильевича занял, так что из первой получки вышлю, ты запомни. Куда это тебя? Человек мне один подарил. Хороший-прихороший. Они, в общем, даже лучше, чем прежние. И подойти теперь к ним полегче стало. Олег. Ничего, Клавдия Васильевна. Я уже успокоилась. Да и что взять с глупого мальчишки, особенно с такого? Когда у вас будут свои дети, Леночка, вы узнаете, как нелегко их воспитывать. Ну, это радость нам не к спеху. Мы еще пожить хотим. Все-таки это большая радость, Леночка. Ведь есть еще и другие удовольствия. Правда, Клавдия Васильевна? Например, барахло покупать. Когда старшие разговаривают, тебе лучше помолчать, Олег. Устань, младенца. Товарищ, это просто смешно. Мы с Федей покупаем самые необходимые, и вас это почему-то раздражает. Не раздражает, Леночка, а беспокоит. Товарищи, товарищи, ведь политика нашего государства в этом вопросе совершенно ясна. Максимальное удовлетворение нужд трудящихся. Я думаю, вы заблуждаетесь, Клавдия Васильевна. Совершенно верно. Зачем же строить так много больших красивых домов? Раздают прекрасные квартиры. Зачем в магазинах продают сервизы, дорогую мебель, хрусталь, ковры? Но ведь никто же не предлагает за эти блага и удобства продавать свою душу. Кто же продает душу, Клавдия Васильевна? Кто? Федя зарабатывает все честным трудом. Живем мы не какими-то махинациями или спекуляциями. Все-таки, Леночка, мама говорит правильно. Что правильно? Что? Я говорю, Леночка, о том, что человек иногда может продать в себе нечто очень дорогое, что он уже никогда не купит, ни за какие деньги. Продать свою отзывчивость, доброту, сердечность, даже талант. Клавдия Васильевна, кто же из нас продает? Кто? Да разве я против материального благополучия? Что вы? Вот когда я осталась с ними четверыми одна, поверьте, я знала, что такое трудно жить. И когда я выкрала, помню, для Федора, на первый в его жизни костюм, он тогда в университет пошел. Я была гораздо более счастлива, чем он сам. Ты не обижайся, мама, но для меня тогда это было решительно безразлично. Конечно, потому что ты искал иных радостей жизни, ты понимал их, ты старался их добыть. Мама, но меня и сейчас интересуют совсем не вещи. А что? Клавдия Васильевна, действительно, сейчас Федя имеет много дополнительной работы. Нам надо купить то, другое, третье. Мне иногда бывает его самой жалко. Но это же временно, когда мы купим все. Ты никогда не купишь все. Почему? А потому что ты прорва. Татьяна! Ты сейчас же извинись перед Леночкой. Не надо, Федя, не надо, не надо. Все совершенно ясно. Товарищ, произошла прозаическая вещь. Клавдия Васильевна, я ее боялась, когда входила в вашу семью. Вместе нам жить трудно. И не надо обострить отношения, мы сегодня же оставим вас с Федором в покое. То есть? Нам лучше жить врозь. Осенью мы все равно бы ведь переехали, правда? У нас есть возможность сейчас это сделать. Зачем же откладывать? Вам же будет спокойнее без нас. Куда же ты переезжаешь, Федор? У Леонида квартира пустая. Родители приедут не скоро. Мы пока к нему. Ты это твердо решил? Да. Я спрашиваю Федора. Да. Что ты выдумал, Федор? Это он не сам выдумал. Сам! Слышите, это я решил сам, для вас же. Да ты что, совсем что ли уходишь от нас? Материально мы будем, конечно, вам помогать, Клавдия Васильевна. 100 рублей в месяц. Почему мы больше можем? Я не продаю детей, Елена Григорьевна. Я не понимаю, чего вы хотите. Федя мой муж, мы взрослые люди. Вы все прекрасно понимаете, Елена.
Но ты-то, ты понимаешь все? Мама, ну что особенного? Я прошу тебя не изворачиваться. Давайте отложим этот разговор, тет-а-тет. Нерешительно никто не мешает. Только трусы боятся чужих ушей. Ты сейчас решаешь главный вопрос своей жизни. Вы злая женщина, вы хотите меня развести с Федором? Не смей так с матерью разговаривать. Федор, она же съест тебя без нас. Когда вам Федор покупал вещи, когда он вам все деньги отдавал, вы иначе к нему относились. Лена, перестань! Так мы его, значит, из-за денег. Пусти, держи. На. Ты мне сейчас жаловался, что перевозчик в тебе еле кланяется. Скоро он совсем перестанет с тобой здороваться. Я не возражаю, Федор. Можете переезжать. Лена! Я не могу сейчас уеду. Ну, ты понимаешь, не могу. Я здесь родился, вырос. Или сейчас, или никогда. Не сейчас, не сейчас. Хорошо, я уйду одна. Ты мне делаешься просто противен своей беспринципностью. Леонид, скажи ты ему. Я, во всяком случае, иду за вещами. Я не вмешиваюсь. У него есть сила воли, он решит сам. Иди же, иди к ней, не валяй дурака. Она действительно может уйти. Леня, Леня, ты мне друг. Ну, скажи, скажи, что мне делать? Ведь мама права, я лечу куда-то вниз. Я совсем забросил свою научную работу. Мне самому осточертели эти мои статьи, это моя суета в жизни. Я совсем не этого хотел. Леня, я сейчас говорю с тобой о самом тайном. Понимаешь, Леночка, Леночка немножко не понимает меня. Женщина никогда не понимает склада мужского ума. Это для них недоступно, знай. Она же молоденькая, хорошенькая, и хочется повертеться, опустить пыль в глаза. Это молодость, чепуха пройдет. Она любит тебя, ты ее, вот это самое главное. Так что же вы из-за пустяков ссорите? Нет, 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 это не пустяки, Лёня. Поверь мне, пустяки, мелочь. Ты весь издергался здесь. Пойдем ко мне, у меня будет спокойнее. Тебе. Пойдем, я помирился. Пойдем, что пойдем, 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 успокойся. Пойдем. Вон как шумят-то. А ты чего этот при всех деньги-то мне вздумал совать? А что? Ты понимаешь, что про меня люди могут подумать? У Лапшина сын ворюга. Вытащил, так и молчи, коль не попался. Нарочно, что ли, опозорить захотел? А ну, иди сюда. Не пойду. Иди, тебе говорят. Ну, иди, а то хуже будет. Не трогай больше. И мать не смей. Мам, я тебя прошу, пожалуйста, убери это куда-нибудь. Подальше, чтобы никто не трогал. А что это? Та рукопись. Главное. Хорошо. Я двоих выгнал, а ты одну не можешь. Эх ты! Олежка. Еще вернусь. Ты знаешь, может быть. Мам,
снова хочешь, как тогда? Что? Чтобы я умер? Рукопись я заперла в верхний ящик комода. Федя, помоги, пожалуйста. Танечка, мы, конечно, с вами будем встречаться. Где же? Здесь. Или вы можете приходить к нам? Я не приду к вам. Почему? Вы были сегодня со мной откровенны впервые. Я благодарю вас. Только вам советую, не откровенничайте. Лучше улыбайтесь, как сейчас. Это все-таки может обмануть. Смотрите, не просчитайтесь, Танюша. Не беспокойтесь, Леонид Павлович. Ну, до свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Танечка, всего хорошего. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Танечка, я тут свой адресок записал. Передай Марине, пожалуйста. Она мне говорила, что Таисия мне чего-то должна. А ты знаешь, я не помню. Честное слово, может, должна, может, нет. Так что на всякий случай передай, ладно? Ну-с, до свидания. До свидания. Можно к вам? Да, пожалуйста. Ну, Коль, будь здоров. Ну, счастливо. Ну, а что ж ты мне руки не подаешь на прощание? На будущий год приедешь? Нынче осенью. А я тебе напишу, у меня твой адрес есть. Спасибо тебе. Спасибо тебе за рыб, большое спасибо. Ты теперь прямо к нам приезжай. У нас места хватит. Ты нравишься мне. Ух ты, мелюзга! Ну, еще раз. Всего хорошего. До свидания. Владимир Васильевна, счастливо вам. До свидания. Еще раз. До свидания. Свидания. Ну-с, Денечка, пойдем. Иди. А? Иди, говорю. А, ну да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну и мы следуем. Да. Давайте на дорогу присядем. До свидания. Ну, скажи что-нибудь, ма. Пойдем, Федя. Пойдем. Колька, я когда в комнате Геннадия сидел, стихи сочинил в уме. Хочешь послушать? Ну, попробуй. Как будто в начале дороги стою, отправляясь в путь. Крепче несите ноги, не дайте с дороги свернуть. Я знаю, тропинки бывают, ведущие в тихий уют.
где гадины гнезда свивают, где жалкие твари живут. Нет мне туда дороги, пути в эти заросли нет. Крепче несите ноги в мир недобытых побед.